Ван Дам. Бывает, просыпаешься и понимаешь, что твоя жизнь больше никогда не будет прежней. Добро пожаловать! Всего хорошего! Кое-что произошло. Что случилось? В этой стране такое бывает. Будет лучше, если ты обо всем забудешь. Она не моя. Я ее верну. Ты кого-нибудь ждешь? Нет. Отпусти его. Это мой брат. Сколько у нас времени? Где-то 10:00. Пока не пересадили кому-нибудь. Надо спешить. Ты не в курсе, чем твой брат зарабатывает на жизнь. Он специалист по похищениям. Спасать жертв похищения — это все хорошо. Но что я действительно умею, так это убивать. Ты хочешь убить тех, кто забрал почку? Я так не могу. Вспомни, ради чего, и сможешь. Быстрее! Куда еще? Это моя дочь Изабелла. Ей 9 лет. Почку Дикона должны были пересадить ей через 2 дня. Если мы не вернем почку, пока ее не отдали другому, моя дочь умрет. Ты готов за нее умереть? Господи, конечно. Ты готов убить, чтобы спасти ее, пусть даже ненадолго. Сколько тебе дать, чтобы ты ушел? Я не уйду, пока не получу информацию. Решать тебе, уходи и живи, останься, и ты умрешь, она умрет, все умрут. Где моя почка? Фунт плоти. Убить легко. Жить с этим намного сложнее. Дикон, а Библия зачем? Для вдохновения.